преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, прокурор Губкинского Евгений Резниченко рассказал о предпринимаемых мерах и роли прокуратуры в противодействии этому явлению. Особое внимание на данном участке надзорной деятельности уделяется наиболее подверженным коррупционным сферам рискам, таким как государственные муниципальные закупки, освоение бюджетных средств, в том числе при реализации национальных проектов. Кроме того, без нашего внимания не остаются вопросы соблюдения государственными муниципальными служащими города запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции. В текущем году прокуратура города выявлена более 30 нарушений коррупционной направленности, с целью устранения которых внесено 8 представлений. По принятым прокуратурой города мерам реагирования 14 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Важным источником информации о фактах коррупции являются обращения граждан и юридических лиц. Служители ФИМИД напоминают обратиться в прокуратуру города с сообщениями об известных им фактах коррупционных проявлений можно по телефонам горячей линии 36200 и 36202, через портал госуслуг в личном кабинете, а также через интернет-приемную прокуратуры автономного округа.